Всем привет, дорогие друзья! С вами Катринка, и мы сегодня с вами заглянем в эконом-класс. Не просто заглянем, а и померяем, и пройдемся по полочкам. Что же завезли? Сегодня вещи стоили 199 гривен за килограмм. И вот вещь первая, которую я нашла, это новая юбка, видите, с биркой. Она по весу на 48 гривен завесила. Вот такая вот леопардовый принт, правда, очень маленький размерчик, но тем не менее новая вещь. Далее несколько джинсовых юбок я присмотрела. Вот одна такая, короткая, от Next. И еще одна. Неизвестный бренд, но хорошее качество на вид. А теперь привет-привет, это я. Взяла померить вот такой просто уникальнейший костюм. По-другому его не могу назвать. Я не могла пройти мимо него. Видно, что это действительно кто-то шил самостоятельно. Но, тем не менее, я знаю, что многие любят вот такие оригинальные вещи. Такого вы точно не найдете ни у кого и нигде. Далее мне приглянулась вот такая вот маечка. Мне понравился, в принципе, цвет горчичный и очень понравилась ткань. Это такой рубчик. Завесила она на 25 гривен. И посмотрите, какая шикарная джинсовая юбка. Внизу такая рваная бахрома. Она была, кстати, в моде, насколько я знаю, в этом сезоне. Но это уже вещи, конечно, пойдут на следующий сезон, если вы захотите взять летний, потому что уже идут холода. И вот еще была подобная топ-шоп юбка, очень похожа на предыдущий вариант, только немного светлее. Далее я нашла юбку плиссе, плиссированная юбка от H&M. Она легкая, на 45 гривен по весу, потому что действительно практически невесомая, но, конечно, вещь на любителя. По фигуре, смотрите сами, кому идут такие вещи, кому нет. Это очень достойно выглядело сзади, смотрите, золотой замочек. Далее еще одна новая юбка абсолютно от Mark & Spencer с биркой. Итальянская ткань с шерстью. Видно, что юбка шерстяная, теплая, но тоже на любителя, друзья. Но смотрите, это полностью навье. Далее я заглянула в отдел обуви. Конечно, много обуви такой страшной прям совсем, что боишься подойти. Но есть вот, допустим, такие босоножки, 40 размер. Один на 31 гривну, то есть пара вам обойдется 62 гривны. А в этом отделе также все продается на вес. Это всякие пушистые покрывала, занавески, скатерти, даже постельное белье. И есть вот такой же мохнатый коврик, как я купила в Юске. Только, конечно, он уже видно, что он уже БУ. Возможно, кому-то на дачу, для животных или еще для каких-либо целей. Есть также вот такие вязаные варианты. Все здесь по 199 гривен за килограмм.
Далее свитерочки уже можно присматривать, потому что идут холода, как я уже сказала. И уже было очень холодно, сейчас потеплело. Вот такой вариант с цветочками. Вот такой вязаный вариант с такой косичкой гольф сбоку. Интересный, кстати, мне понравился. Можно уже примерять, в принципе, теплых вещей уже достаточно. Вот, например, тоже такой горчичный свитер от New Look. Это можно назвать свитер чебурашка или что-то такое подобное. Он также идет, видите, широкий, я так понимаю, не по фигуре. 62 гривны всего за вес получается. Далее вот такой кардиганчик серого цвета с велосипедами. Мне тоже нравятся такие принты. Очень симпатично выглядит. На вес 58, по-моему, или около 60 гривен. В общем, он по весу получается. И еще один кардиганчик, вот такой красный в белую полоску, абсолютно новый, он с биркой, правда, я одела уже на свой костюм, не захотела раздеваться. Он завесил на 73 гривны, абсолютно новый, хорошее такое качество, плотное и отлично выглядит. Также еще нашла вот такой молодежный вариант, кроп-топ, что означает укороченный топ. Вернее, здесь укороченный топ с длинным рукавом, еще и с капюшоном. Завесил он приблизительно на 55 гривен. Из-за того, что там замок, все-таки весит чуть-чуть больше. Вот такие спортивные брюки от Next мне еще понравились. Тоже, думаю, покажу вам, потому что, в принципе, такой вариант, я знаю, любят многие надевать. 60 гривен по весу всего, кстати. И вот такой вот цвет. Нейтральный, зеленый. Спортивные, классные брюки. Новые. Еще я нашла лосины для занятий от Adidas. 32 гривны всего по весу. И действительно, это можно использовать и в спортзале, и для дома. Я вам скажу, что в настоящей, такой в хорошей спортивной одежде заниматься действительно одно удовольствие. И также можно найти еще вот такие футболочки яркие от Papaya. Примерно 25 гривен стоит по весу одна футболочка. Была такая бирюзовая и зелененькая. Все, друзья, спасибо за внимание. Не забудьте подписаться, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. И не переключайтесь, еще мы пройдемся с вами по полочкам той одежды, которую я вам засняла. Всем пока-пока, до новых встреч!